Добрый день! Сегодня приготовлю пирожки с луком и яйцом. Готовим опару. В теплое молоко добавляем сахар, дрожжи, все хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 20 минут. Яйцо смешиваем венчиком. После того, как дрожжи забродили, на поверхности должна образоваться шапочка. В готовые дрожжи добавляем щепотку соли и все хорошо перемешиваем. Тесто будем готовить в большой миске. В миску отправляем дрожжи, яичную смесь, растительное масло и все хорошо перемешиваем. Небольшими порциями добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. Миску смазываем растительным маслом. Собираем тесто в шар, кладем в миску, накрываем пищевой пленкой, оставляем в теплом месте на 1 час. Готовим начинку. Пару пучков зеленого лука промываю, обсушиваю и мелко рублю ножом. Куриные яйца отвариваю вкрутую и нарезаю кубиком. Чтобы убрать резкий запах и характерную горечь, которую может дать лук, я пассирую его на сливочном масле. Отправляю в сковородку сначала белую часть лука, она жестче, чем зеленые перья, поэтому ее нужно обжаривать на 1-2 минуты дольше. Как только лук станет мягче, отправляю в сковородку нарезанные зеленые перья, обжаривая еще буквально 20-30 секунд до мягкости и снимаю сковородку с огня. В миске соединяем яйца, лук, солим, перчим, все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Тесто увеличилось в 2 раза. Достаем тесто и обминаем. Тесто делим на небольшие порции весом по 100 грамм. Чтобы тесто не сохло, накрываем пленкой. Берем шарик теста, формируем лепешки, по центру выкладываем начинку и плотно защипываем края. Пирожки выкладываем швом вниз на противень, выстеленным бумагой для выпечки. Чтобы тесто не сохло, накрываем пленкой.
Оставляем пирожки для расстойки в теплом месте на 20 минут. Для покрытия булочек перед выпечкой используем желток и молоко. Посыпаем пирожки черным кунжутом. Отправляем пирожки в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут. Вот такие красивые, мягкие и вкусные получились пирожки. Угощайтесь! Приятного аппетита!